Как потратить 5000 рублей и при этом заработать еще больше, смотрите в этом выпуске. Привет всем, меня зовут Артур, я инвестор и успешный ученик Академии торгов по макросу. Продолжим тему недорогих лотов и в этом выпуске рассмотрим несколько качественных примеров, которые принесут вам хорошую прибыль за минимальные вложения. Начнем с первого лота. Я нахожусь на сайте Табанкрот, вы можете найти этот лот через другие агрегаторы, это Торги России, Гивея, либо на Федресурсе. Проблем у вас с этим не возникнет. У нас продается мармит для первых блюд, открываем фотографию, я думаю, не нужно объяснять, что это за оборудование. Перейдем сразу же на площадку. Площадка у нас МЭЦ. Видим, что начальная цена была 3676 рублей. На данный момент наше оборудование стоит 2900 рублей. Посмотрим, сколько стоит на Авито мармит в бэушном состоянии. Я нашел самое дешевое объявление. Цена 18500 рублей. Соответственно, если мы приобретаем наш мармит за 2900 и продаем даже за 10 тысяч мы получаем чистой прибыли 7 тысяч рублей. Вот вам пример. Следующий лот — это туалетные кабинки. Они тоже продаются у нас на торгах по банкротству. Откроем фотографии. Состояние видим, что так себе, но целостность в принципе не нарушена. Починить все можно и без труда. Посмотрим, сколько стоят у нас данные кабинки на площадке. Цена у нас начинается с 4700 рублей и падает до 2350 рублей. Давайте, чтобы оценить трезво ситуацию и понять, сколько же нам можно выручить от продажи данных туалетных кабинок, перейдем на Авито и посмотрим, сколько они стоят. Вот нашел такое объявление, смотрим. Туалетные кабины, состояние БУ, состояние как на фото, оторвана дверь, цена 4000 рублей. То есть вот в таком состоянии за одну туалетную кабинку просят 4000 рублей. У нас их 6, 6 умножаем на 4, равно 24 тысячи. Приобретаем даже на первом этапе за 5000 рублей, мы зарабатываем чистой прибылью 19 тысяч рублей. Мы можем также их сдавать в аренду любым строительным организациям, даже по 2000 в месяц. Мы за 2,5 месяца купим наши деньги и дальше уже будем получать чистую прибыль. Вот вам еще один отличный пример. Следующий лот — это мойка высокого давления Керхер 2013 года. На площадке цена у нас 3300 рублей, падает до 66 рублей. На Авито самый дешевый Керхер 2013 года, видим в описании, что приобретался он в 2013 году, стоит 15 тысяч рублей. Наша начальная цена 3350 рублей. Соответственно, если мы приобретем его даже за 10 тысяч, мы в любом случае получим свою прибыль в 5000 рублей. Учитывая, конечно же, если будут конкуренты. Если конкурентов не будет, вы можете приобретать даже за 66 рублей и сами считайте, сколько вы получите. В принципе, вот такие вот примеры. Я думаю, не стоит вам объяснять, каким образом нужно эксплуатировать после продажи данные лоты. Я лишь только вам показал наглядно способ того, как можно за небольшие деньги приобрести хорошие лоты и на этом заработать. А после того, как вы подпишетесь на наш канал, вы увидите еще больше примеров таких недорогих лотов, которые приобретают наши успешные ученики и зарабатывают на этом хорошие деньги. У меня на сегодня все. Я показал, сколько вы можете заработать, а каким образом заработать, вы узнаете на ближайшем мастер-классе, ссылка на который находится под этим видео. Ведь именно на мастер-классе вы получите инсайдерскую информацию, которую вы не найдете нигде, и благодаря которой вы научитесь зарабатывать большие деньги без собственных вложений. Все это на ближайшем мастер-классе. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Артур. Всем пока!